На пути у беспощадных потоков воды на этот раз встал город Брисбен, один из крупнейших городов Австралии. Власти уже начали частичную эвакуацию населения. Особая опасность угрожает жителям низин. Именно их дома могут быть затоплены в первую очередь. Очевидцы утверждают, за один час уровень воды в реке поднялся на 1,5 метра. Жители Брисбена строят баррикады из мешков с песком. Власти опасаются роста числа жертв. Уже погибли 11 человек. 72 пропали без вести. Страна должна быть готова к тому, что список погибших после вчерашних событий увеличится. В понедельник от стихии пострадал город Тувумба и близлежащие населенные пункты. Потоки воды высотой 8 метров пронеслись по улицам города, смывая все на своем пути. 50 лет Австралия не видела таких наводнений. Местные СМИ уже окрестили их библейским потопом. Еще в ноябре на страну обрушились ливни. Ситуация осложнилась в конце декабря, когда на северо-восток континентальной части Австралии пришел шторм Таша. Затопило территорию, превышающую по площади Германию и Францию. Хатуна Конджария, Михаил Лабаури, канал ПИК.